Всем привет! Так, у нас по заданию мы должны встретиться с Джуни и Азу в космосе возле станции Шинигава. И задание: атакуйте транспорт возле системы Ханшу, перевозящий Том Протеуса в Риландию. Присоединись к Азу и Драконам Крови, чтобы захватить транспорт. Сложность: транспорт хорошо охраняется, эта миссия будет особенно сложна, настоятельно рекомендую лететь на тяжелом военном корабле. Награда: Том Протеус, причина, по которой вы прибыли в Кусари. Взлетаем. Нет, прежде чем взлететь, пополним боезапас. Загружено в трюм. Загружено в трюм. Загружено в трюм. Загружено в трюм. Так, ну, я думаю, этого достаточно. Так, у нас осталось 9000. Вперед, взлетаем. Наемник Альфа, один. Окей, один. Это Шинигава. Даем добро на запуск. Удачи. Трент, мы проследуем торговой линией отсюда до врат Ханшу. Координаты приняты. Трент, иди к точке. Стыковка. Мои источники донесли, что транспортный корабль Тикаги в данный момент на причале в корабельном заводе Югава, что в Хоншу. Его серьезно охраняют. Очевидно, они загружают что-то на борт. Это Том Протеуса? Это очень вероятно. Югава — это база Кишира, а большая часть этой организации принадлежит Тикаги. Так, ну все, продолжаем. Наша задача — атаковать этот транспорт. Ну, посмотрим, как у нас это получится. Достаточно жестко он охраняется, насколько я понял. Ну, у нас корабль, достаточно мощный дракон. Я думаю, мы дадим бой. Мы не идем через врата, Трент. Истребители драконов крови ждут нас у ближайшей дыры гиперперехода. Пересылаю координаты. Зачем нам в эти врата? Тикаги могущественный человек, Джунка. У него повсюду шпионы. Если мы хотим захватить транспортный корабль, нам надо их застать врасплох. Ну, хорошо. Будем стараться застать врасплох. Летим к ключевой точке миссии. Тикаги, Титаги. Ханшу. Это будет тяжелый день. Ну, посмотрим, как получится. Давайте, не будем загадывать. Вперед. Вы в зоне, ожидайте приказов. Входи в строй и следуй за нами в дыру гиперперехода. Вхожу в строй. Держите курс на дыру. Только 3 корабля? Драконы крови в меньшинстве, Джунка. Но они лучшие пилоты-истребители. 3 корабля. Лучший из лучших. Стыковка. Ну все, летим. Это лучший из лучших. Вон дыра, Трент. Ты первым. Все, посмотрим, какие они лучшие из лучших. Лучшие из худших, худшие из лучших. Не знаю, посмотрим. Сейчас все мы увидим. Хуй-ху. Летим. На полных парах. Перехватывать конвой. Сензеязу, но похоже, что они собрались отчаливать. Я насчитал много платформ с тяжелым вооружением для защиты от истребителей. Это будет нелегко. Нам нельзя терять ни секунды времени. Полетели! Каков наш план? Нам надо по ним ударить быстро и решительно. Вначале мы стреляем по оружейным платформам, а потом по истребителям сопровождения. Как нам попасть на транспорт? У нас есть ударная группа на Югаве. Она захватит транспортный корабль. Когда мы уничтожим истребители, наши люди уведут транспорт оттуда. Понятно. Туманность скроет нас на большей части пути, но последний отрезок будет в открытом космосе. Нам надо будет лететь как можно быстрее, пока их сканеры нас не засекут. Каждая секунда на счету. Вот.
У нас появились оружейные платформы, их надо будет уничтожить в первую очередь. Ну, посмотрим. Так. Давайте с какой-нибудь начнем. Вон верфи! Всем приготовиться! Еще первый бы. Готов к бою. Дракон 2 готов. Я готов, Азум. Наша первая цель – оружейные платформы. Всем кораблям в атаку! Хорошо. Подлетаем. Сейчас начнется. Так. Один из истребителей подбит. Займитесь остальными. Ох, их сколько там. Красавцы. Приближается ракета. Приближается ракета. Еще один истребитель сопровождения подбит. Подожди, я получил доклад от ударной группы. Они застали людей Текаги врасплох и победили. Приближается ракета. Атас сюда. Ёлки-моталки. Восстановлен. Приближается ракета. Еще один. Так, надо как-то оружейные платформы сносить. Приближается ракета. Первая платформа уничтожена. Приближается ракета. Быстрее! Уничтожь другую! Мы под серьезным огнем от ее пушек. Ну, понятное дело. Сейчас как-то надо уничтожить это все. Приближается ракета. Я навела на цели. Я на мушке у противника. Приближается ракета. Сейчас мы развернемся и атакуем ее. Тут с платформой расправиться не можем. Приближается ракета. Приближается ракета. Атас сюда. Ёлки-моталки. Восстановлен. Приближается ракета. Что такое тут меня тут? Я вижу. Сейчас, секунду. Ёлки-моталки, а? Ну как нам криво-то? Приближается было? Ракета. Сейчас ее добью, да и все. Можно, в принципе. Приближается ракета. Вторая платформа уничтожена. Азу ударной группе. Даю зеленый свет операции. Всем кораблям уничтожить истребители сопровождения. Ну, всем отрядам, ударная группа захватила транспортный корабль. Оторвитесь от врага и защищайте транспортный корабль. Ударная группа, доложите состояние. Мы потеряли двоих, сенсей, но оно того стоило. Грузовые отсеки забиты золотом, бриллиантами и тысячами артефактов. Отлично, летим в туманность. Эти оружейные платформы, я говорю, нужно для уничтожения оружейных платформ брать торпеды или что-то в этом духе. Потому что по-другому, ну, никак. Ну, то есть их тяжело, вот, не то что тяжело, а как бы не совсем удобно их расстреливать с помощью пушек. По идее, должны как бы
по идее, должны нападать на этот транспорт Тикаги. Ну, по идее, знаю. Вот мы летим с небольшой скоростью. Вот в эти облака, так называемые. Все, разгоняемся. Да. Эти платформы попили крови. Конечно, торпедами или чем-то их сбивать. Ну, это как бы такая вот ошибка. Ну, не то, что ошибка. Сканируем груз. Золото, артефакты. Вот оно, в чем дело. Легкая турель. С быстрым развитием экономики Сириус 7 систем нужен такой тип корабля. Кузова корабля. Транспорт. Внимание! Эффективность датчиков снижена. Кто бы сомневался так. Еще враги по курсу, сенсей! Джонка, Трент, нам надо уничтожить эти истребители, прежде чем входить в дыру. Принято! Давай, Трент! Сейчас мы их тут прощелкаем. С истребителями-то не с платформами воевать. Есть визуальный контакт. А как сюда? Да елки-моталки. Восстановлен. К дыре! Мы должны быть в безопасности! Стыковка. Отказано в стыковке. Место назначения слишком далеко. Все направление. Летим. Ну, я не знаю, ну просто какой-то кошмар. Щит сносится просто на ура. Сбивают, не знаю. Перехода. Нам дали стыковку, значит нас как бы ничего такого не предвещает. То есть не будет, наверное, столкновения никакого. Ну, посмотрим. Гиперперехода в систему Чукоку. Трент, ты первый. Полная Чукока. Ух ты, елки-моталки. Назовите себя, или будете уничтожены. Это лейтенант Азул. Отставить патрульный. Мы захватили транспортный корабль Тикаги и сопровождаем его обратно на Киото согласно инструкциям. Да, сенсей. Мы почти на месте. Джунка, Трент, следуйте за мной. Есть координаты. Трент, введи. Направление. Куда мы летим? В Киото. Киото? Трент, это легендарный город драконов крови. Не знаю никого, кто бы видел его. Азул, это честь для нас. Для нас это большая честь. Так, замечательно. База Киото. Ну все, приближаемся. Стыковка. Неужели нам дадут состыковаться? Отлично. Вот она, база в камнях. Знаменитая база.
Вот, отпразднуем победу над Текаги и Эдо. Ты получишь то, зачем пришел. Скоро увидимся. Ну, да. Череп тут. С мечами. Лейтенант Азу, это невероятно! И давно драконы крови на этом астероиде? Несколько поколений. Когда Текаги не станет, сёгунат Идо ослабнет, и победа будет близка. Разрешите? Простите. Скажи мне, ты давно знаешь Азу? Имеешь в виду, всегда ли он был радикалом драконов крови? Нет, когда я знала его, он был многообещающим студентом политвака в Академии Кусари. Что случилось? Людей меняет мир, в котором они живут, а не наоборот. Азу — живое доказательство этого. Да, боюсь, что нас обманули. Это был тот корабль, но у нас нет ни артефакта, ни Текаги. Его не было на том транспорте, как мы думали. Что-то поменялось. И что нам теперь делать? Я наведу необходимые справки. Сейчас занимайтесь своими делами. Но я же не могу просто сидеть тут. Может быть, драконам крови пригодится моя помощь? Присоединиться к радикалам? Я не на задании, Трент. Я хочу посмотреть, как живется на другой стороне. Знаешь, тебе тоже не помешает выбраться отсюда ненадолго. Может, возьмешься за работу? Не беспокойся. Я скажу тебе, если мы что-то узнаем. Так, опять в бар? Опять? Угу, отлично. 15 уровень. Ну, шикарно. Так, ну что? Зайдем, посмотрим, что у нас есть. Так, кислород. Какие корабли нам предлагают? Угу. Полная Текаку. Легкий истребитель. Нет, это не серьезно. Это не серьезно. Посмотрим, что у нас выпало. Обманки вообще все потеряли практически. Загружено в трюм. Загружено в трюм. Так, хранитель у нас. Тяжелый усиленный ускоритель. Что значит усиленный? Максимальная скорость 200. Расход ускорителя 125. Ну, то есть можно ускоряться. Так, у нас тяжелый ускоритель 133-200. Давайте поменяем его. Установлено. Так, что еще? Да, аккумулятор и щита, конечно, это просто нечто. Так. Загружено в трюм. Так, ну, примерно где-то так. Ремонт завершен. Ну все, мы все отремонтировали. Посмотрим, что нам предлагают. Давайте попытаемся выполнить задание.
думаю, что, в принципе, давайте согласимся. Нас оставили одних. Занимайтесь, мол, типа. Альфа, один, окей, один. Это Киото. Даем добро на запуск. Удачи. Ваша цель в ключевой точке задания. Смотрите карту для конкретных инструкций. Хорошо. Держаться маршрутов военных патрулей — это самый безопасный путь для торговцев. Чем дальше отклоняешься, тем опаснее становится. Так что о туманности можешь забыть. Так, ну что, приближаемся. Наша задача — выполнить миссию. Или заработать, грубо говоря, денег. Отметили корабль так, что его будет легко найти. Ты не с тем связался. Я теряю его. Нет. Нет. Цель уничтожена. Конец связи. Вижу, врата идут. Так, у нас, значит, выпало 2 нанорубота. Ну ладно, летим обратно. База. Направление. Ну, достаточно хорошо выполняются миссии, в принципе. На таком хорошем корабле, на боевом. Единственное, говорю, вот с этими платформами страдать там. Нет, у нас убьют. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим. Прилетим на базу, посмотрим, какое там вооружение. Ну, что-то интересное. Приобретем. Понятно, вы запросили. Приземление разрешено. Продолжайте. Приземление один. Это драконы. Синий, 10. В атаку, 10. Это Киото. Мне надо стыковка. Понятно, вы запросили. Приземление разрешено. Продолжайте. Приземление 2. Медикаменты на 2000. Чего себе.
Вот это меня интересует. Посмотрим, какое вооружение. Что-то я такого не вижу. Воспламенение у нас должны 16 уровня достичь. У нас какой? 14 или 15 был? 15. Угу. Ремонт завершен. Ясно. Ладно, будем зарабатывать деньги, достигать 16 уровня, чтобы купить соответствующее вооружение. Ну, посмотрим. Я думаю, что ничего такого сложного тут нет. Так, ну все, тогда на этом пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.